Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет видео-объявление. В последнее время очень много меня просят, чтобы я передала привет в видео, сделала сигну. И я знаю, что я, когда помню, снимала трансляции в Бигалайфе какое-то время, один месяц, меня очень много просили делать сигну, это когда ты пишешь имя кого-то, кто хочет, на бумажечке или на чем-нибудь, в общем, да, и показываешь в экран, ну, делают скрины там и так далее, в общем, подписчикам это приятно. Я смотрю, сейчас вы начали об этом говорить, и я вот крутила-крутила в голове, думаю, как же для вас сделать, чтобы было, ну, это интересно, прикольно, и, в общем, было какое-то ожидание, была какая-то радость, хотя бы такая маленькая. Я купила вот такую вот дощечку. Пока что такую. Понятно, что розовый, голубой, да. Мне очень нравятся все эти детские вещи. Я вот не выросла еще, похоже. Ну, в общем, пока мы будем делать на этой штучке, потом я еще буду искать, потому что вообще я видела такую классную штуку. Она, знаете, вся такая розовая, и на ней, когда рисуешь, то есть экран розовый, на ней, когда рисуешь, оно прям такое неоновое розовое вообще. Вот если кто-то знает такую доску, было бы очень круто, я бы на такой хотела писать. Чтобы меньше было вот вокруг всего, да, большой экран какой-то, и чтобы было видно все. Но пока попробуем на этой, тоже красивенькая, яркая, да. Я постараюсь тоже выглядеть в кадре хорошо, когда буду делать вам сигны. И, в общем, в принципе, под каждым видео, кроме конкурсов, пожалуйста, убедительная просьба, кроме конкурсов, потому что под видео с конкурсами я буду удалять эти просьбы. Вы можете писать мне, что вы хотите сигну. И там, на какое имя, да? Я, естественно, не смогу всех, это не будет отдельное видео с сигнами, да, что прям я выпускаю видео и просто сигны пошли. Это будет целое видео какое-то на какую-то тему, и в конце, если это видео будет не очень у меня длинное, потому что у меня бывают длинные видео, и, конечно, я стараюсь лишнего ничего туда не впихивать уже, потому что долго монтируется, долго все делается. Так как у меня видео каждый день, у меня время как бы, да, экономлю, я его стараюсь. В общем, я это буду делать на видео, которое 10 минут, там, плюс-минус 10 минут. Да, если не зашкаливать сильно за 10 минут, то в конце я буду вставлять по 3 сигны. Просто выбирать буду случайным образом. Вот вы пишете под всех видео, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я их все буду выписывать и просто буду знать ваши имена отдельно. То есть они у меня будут все. И я вот по 3 буду их выпускать, да, в конце каждого видео. Будете смотреть. И если чьи-то не были в этом видео, значит, ищите их в других видео. Они будут в конце там другого какого-то видео. И будут учитываться, даже если вы, например, вот под этим видео, например, вы мне сейчас напишите кучу сигн, да, там будет 10 штук их. Они все попадут в видео какое-нибудь, да, ну, к примеру. То есть я в одном сниму 3 случайных, да, в другом сниму 3 случайных, в третьем, ну, как бы я постараюсь, чтобы у всех были сигны и всем были переданы приветы. Единственное, что потом я не смогу, конечно, следить, в каком видео кому я передавала приветы. За этим нужно будет следить вам. Выглядеть будет это вот так. Например, я напишу, давайте, свое имя. Селена. Свей. И вот там будем показывать. Вот. Такая будет сигна, вы сможете сделать скриншот и оставить себе на память. И я передам вам привет, и вот такая будет карточка для вас от меня специально. Мне кажется, это очень мило, я бы тоже хотела от какого-то блогера, которого я смотрю, получать такие штуки. Поэтому мне хочется сделать приятно для вас, я надеюсь, что вам это будет приятно. Если вы увидите классные вот такие вот доски, где-то подаются, может, в детских мирах или еще где-нибудь, прикольные. Ну, так, чтобы мне нравилось, подавайте идеи, да. То есть я думала о том, чтобы это можно было бы писать маркером на белой какой-то штучке, но тоже ее надо найти мне, да, небольшую какую-то, вот такого где-то размера, чтобы экран был чуть-чуть побольше этого. Можно писать на доске мелом, ну, тоже, но он немножко крошится, я не люблю вот этот мусор, как бы, да, но можно. То есть идей много разных, я, естественно, буду искать, чтобы не все время одна эта досочка была, чтобы были разные какие-то фигурки, но все это со временем, пока у нас будет все происходить на такой дощечке. Это в моем стиле, в розовом. Я думаю, что, я надеюсь, что вас не будет раздражать это. А еще, смотрите, у меня здесь есть звездочки. Я могу их тоже ставить. И сердечки. Вообще, я рада очень, что вы у меня есть, что благодаря вам я... Вообще, вот эти идеи приходят мне в голову, и что я могу сегодня, как ребенок, играться вот с этими штуками. Потому что, честно говоря, мне это, ну, нравится.
и как бы играемся с пользой, да? В общем, ребята, все, кто просил, радуйтесь, приветы будут, и будут сигны, поэтому, кто хочет, под этим видео вы можете уже начинать писать свои имена, то есть, кому передать привет, что написать на доске. И ждите, смотрите видео, в конце каждого видео по 3 сигны. Надеюсь, я вас обрадовала, вам идея моя понравилась. Если так, то обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши все в комментариях. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!